привет, Добушки. Короче, сейчас снимаю видео, почему школа психов задерживается. Я решила снять именно видео, потому что что-то мало видео от меня пошло. Школа психов задерживается, потому что мне просто нет времени на съемку этого сериала. Мне нужно, чтобы дома была я только одна я, потому что я снимаю, когда я одна дома. А если дома кто-то есть, я не могу снять. Ну, потому что у меня... Я не знаю, что со мной стало в последнее время. Я снимала даже в прошлом году, когда дома кто-то был. Но я стала просто бояться снимать видео. Даже в начале этого года я снимала, когда кто-то был. А сейчас я не знаю, что со мной происходит. Я просто не знаю. В общем-то, еще одна причина, почему задерживается школа психов. Как я уже сказала, нет времени. Дальше. Я просто не могу придумать конец этого сериала, как со всеми моими сериалами. Были сериалы, да, которые я заканчивала, но я их снимала на одном дыхании. Я в один день все брала и все снимала. А сейчас, блин, сейчас у меня просто тупо нету времени. Ну, выходной день, например, я боюсь снимать видео. Да, я пишу сценарий к этому сериалу, но никак не могу придумать концовку. Будет просто бессмысленный сериал, говне, и, наверное, просто, наверное, будет просто говно, не то, что было раньше. Да, кстати, серии «Школа психов» я одну серию выкладывала раз в месяц, и вам было норм. Но самый легкий вариант — это сейчас просто не выкладывать этот сериал на канал и вообще не возвращаться к нему никогда. Я, да, сняла ремейк «Сводного брата», но все равно это не то. Я не могла повторить «Сводный брат» из 2017 года в 2019, но просто как-то не могла. Да, несколько серий я уже сняла, но мне не нравится. Решила вот что. Переписать весь сюжет, сделать немножко по-другому все. Переснять все серии. Ну, потому что я мучаюсь. Но я не могу, потому что я вам обещала. В общем, ребят, это все, что я хотела вам сказать. Надеюсь, вы меня поняли. Разрешите все-таки не возвращаться мне к этому сериалу. И вообще, я хочу уже снимать «Игровой мир океана», потому что в «Игровом мире океана» там я уже знаю концовку, какая будет, и все остальное. Вот только я еще арену не сделала. Но ладно, спойлеры небольшие. Я рассказала вам, почему задерживается школа психов. И, возможно, школы психов и не будет. Если ее все-таки не будет, я все-таки напишу в сообществе. И все. Всем спасибо за просмотр. И всем пока.